Давай, не суть. Давай, сама я закопаю потом. Вот так силами 4 класса городскую площадь искусств украсила еще несколько цветочных клумб. Это событие ни к чему не приурочено, это не субботник и даже не экологическая акция. Просто решили, собрались в выходной день и высадили растения. Однако желание внести свой вклад в озеленение курорта возникло не спонтанно, а еще 3 месяца назад. Цветочки выращивали у себя в теплице, а идея возникла постепенно. Сначала просто городу подарить, а потом пришла идея, почему бы это не сделают наши дети. И сами посадят, и сами привезут, и польют в конце. Родители придумали, дети реализовали, впрочем, не без дополнительной помощи. Руководство города поддержало задумку гимназистов, взяв на себя организационный вопрос. Мы определили данное место на площади искусств. Это самая центральная такая площадка в нашем городе. И, соответственно, сегодня здесь собрались в честь года экологии высадить вот такую прекрасную петунию грандифлору. По словам родителей, петунию выбрали не случайно. Не нужно быть специалистом, чтобы вырастить и посадить ее. К тому же скромное, но яркое растение гармонично вписывается в любой ландшафт. В этот день на площади искусств при помощи ребят появилась не одна, а целых 3 новых ярких клумбы. Мне очень это нравится, приносить Сочи добро. Цветы – это красота для Сочи, а Сочи – это как бы культурная столица, она очень красивая. Тут много цветов везде, и мы вот сажаем их. По мнению ребят, добрых дел, так же как и цветов, много не бывает. Теперь юные активисты решают, каким будет следующий подарок родному городу. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.